На подиуме яркие природные цвета, натуральные ткани, тюрбаны. В зале буквально повеяло африканским зноем. Маленькие модели из школы юных дизайнеров приехали из поселка Горки-10, чтобы представить свою экзотическую коллекцию на Московском международном конкурсе молодых дизайнеров. К этому конкурсу мы подготовили две коллекции. Одна авторская, Анна Сосновская, 8,5 лет. Она сделала коллекцию «Африка», мы даже ткани привозили из Ганы. А во второй коллекции «Веселый Роджер», где мы используем символику черепа, ну, в такой веселой интерпретации, у меня участвовало 5 юных дизайнеров, от 7 лет до 14. Вот, ну, у меня дизайнеры не только изготавливают одежду, рисуют, они еще и сами показывают. Несмотря на возраст, это настоящие профессионалы. Разрабатывают концепцию, дизайн, выкройки, подбирают материалы, краят и шьют. Но это лишь полдела. Нужно представить коллекцию на подиуме. Арсений, как правильно должны ходить модели, чтобы красиво проплывать по подиуму? У модели есть пара секретов, которые помогают быстро и эффективно научиться управлять всем своим телом. Для этого мы для начала делаем небольшой прогиб спины, затем поднимаем плечи, отводим их назад и отпускаем. И идем мы так, как будто идем мы по очень-очень узкой линии и ни в коем случае не прижимаем руки, как солдаты, к поясу. Давайте попробуем. Давайте. И это ребята тоже делают на отлично. Вместе с режиссером-постановщиком подбирают музыку, разыгрывают целые театральные постановки. Еще и родители вдохновляют выйти на подиум. Она пригласила в этот проект сначала моих 3 дочерей. Вот. А когда я посмотрела на это, я поняла, что мне это тоже очень интересно. И всегда лучше воспитывать детей на своем примере. И, собственно говоря, таким образом я оказалась тоже вот в школе модели «Дефиле». И, честно говоря, мне очень нравится. Мне не хватало в жизни какого-то вот такого праздника, потому что семейные заботы, 5 детей, работа. А здесь просто вот ты можешь раскрыться, научиться ходить правильно на каблуках. Вот. Поэтому мне тоже немного было волнительно. Тебе нравится, что мама занялась модельным бизнесом? Конечно, нравится, да. Сегодня для них тоже был дебют. Участницы школы моделей без возраста «Дефиле» представили на конкурсе коллекцию летних платьев начинающего дизайнера из Одинцова. Они учатся и красивой походке, и грамотно подать вещи, и донести идею дизайнера. Но, кроме всего прочего, они же свою женственность раскрывают. Скажите, где в повседневной жизни мы ходим на каблуках? Ну, такой возможности сегодня нет. А если ты пройдешь на каблуках, то на тебя как-то странно посмотрят. А здесь все логично, естественно. А потом это невероятно красиво. Как и все на этом празднике моды, красоты и женственности. Платье из павлово-посадских платков, театр моды Ивановского детского дома с коллекцией «Палехская шкатулка» и другие наряды. Не просто одежда, это настоящее произведение искусства. В этом конкурсе не будет проигравших. Призы, грамоты и подарки получат все талантливые участники. Полина Бахова, Олег Васильев, телекомпания «Одинцова».